В эфире информационная программа «Новости Старооскол» в студии Ольга Шалыгина. Здравствуйте! 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле. Взрыв и пожар на четвертом блоке атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. Основной причиной считают человеческий фактор. Он же помог справиться с задачей по ликвидации последствий аварии в рекордные сроки. Работами занимались сотни тысяч человек, 700 из них – старооскольцы. К 35-й годовщине трагедии в живых осталось меньше половины. Память погибших почтили сегодня на митинге в сквере ликвидаторов. Сегодня в Староскольском городском округе проживает 331 участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 54 являются инвалидами, 59 награждены Орденом Мужества. В их числе Константин Владимирович Лавров. В 85-м он был призван в армию, служил в военной части «Чернобыль-2». В 7 километрах от атомного реактора. 19-летний солдат на место аварии прибыл в числе первых. Сначала стоял в оцеплении, после разгружал вагоны со свинцом. Мне было тогда 19 лет, наверное, еще полностью серьезной ситуации, может, и не понимали. Когда все это уже всех подтянули, мы занимались дезактивацией, ну, тоже и нашей части. Были мы там с момента взрыва. Ну, где-то мы еще неделю там побыли. Там даже не было мысли о том, что я не пойду. Или кто-то. Ни у кого. Все просто выполняли приказы. Владимир Владимирович Донец в Припять приехал в 80-м году по направлению комсомола. Работал в Чернобыльском монтажном управлении, монтировал четвертый реактор. 2 часа апреля, был выходной. Я отдыхал дома. В 2 часа ночи, как рохнуло, все повыходили, смотрим, крыша горит. В 5 утра мы собрались и пошли все туда на работу. А сами собрались или вас вызвали? Сами. Все повыходили с домов и прямым ходом на атомную станцию пошли. Под ногами, вспоминает Владимир Владимирович, как снег, лежал пепел из взорвавшегося реактора. Показатели радиации зашкаливали. Сквер ликвидаторов в Старом Осколе был открыт год назад, но собраться здесь на митинг чернобыльцы тогда не смогли из-за ограничений по коронавирусу. Сегодня из 300 оставшихся в живых героев прийти смогли около 40. Основным направлением или целью нашей деятельности является увековечение памяти подвига ликвидаторов, староскольцев, участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Итогом нашей деятельности, 4-летней деятельности, стала установка в городе Старый Оскол памятника староскольцам-ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Обустройство и благоустройство сквера ликвидаторов. Память погибших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания. Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. Торжественное открытие музея Набат Чернобыля прошло сегодня в Старом Осколе. Более 200 экспонатов из личных вещей ликвидаторов, фотографий, нагрудных знаков, элементов спецформы. В распоряжении имеются десятки личных дел местных чернобыльцев. Маршрутные ведомости, пропуски в радиоактивную зону, архивные справки. Посетить музей можно по адресу Жукова, 9, квартира 1. Прохладная погода пока не планирует отступать от Старого Оскола. Температура воздуха днем не выше 14 градусов, а ночью около 0. Если отключить отопление, квартиры в многоэтажках остынут буквально за сутки. Но делать это муниципалитет не торопится, по крайней мере до 29 апреля. Теплоэнерго пока работает в особом режиме. Теплоэнерго перешли работать на систему подмесов. Соответственно, днем эта температура у нас держится сетевой воды в пределах там, 43-45 градусов. На ночь чуть повыше, для того, чтобы подогрев шел больше. Сейчас мы смотрим на прогноз погоды. Я даже при вас открываю. И в ближайшие дни я вижу, что ночью плюс 1, днем не выше 9 градусов, в среду 11 градусов. Ну, скорее всего, в четверг мы завершим отопительный сезон 2020-2021 годов.
В Белгородской области еще 80 человек заразились коронавирусом. Больше всего заболевших за минувшие сутки выявлено в Белгороде – плюс 23, в Старомосколе – плюс 14 и в Губкине – плюс 13. 904 пациента госпитализированы, в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 31 человек. Печальную статистику умерших от коронавируса пополнили еще два человека – оскольчанка 1957 года рождения и губкинец 1962 года. Не смогли победить болезнь 623 жителя региона. Продолжается массовая вакцинация. Работают 74 стационарных пункта и 73 мобильные бригады. Первым компонентом привиты почти 200 тысяч человек. Полностью иммунизацию прошли более 118 тысяч белгородцев. Прогулочная зона в микрорайоне Жукова, созданная по замыслу и непосредственном участии почетного гражданина Старого Оскола и Белгородской области, легендарного и всенародного любимого мэра Николая Петровича Шевченко, обретет новую жизнь. Все изменения, обещают в администрации округа, будут обсуждаться со старооскольцами. Подробности в нашем следующем материале. Почти 10 гектаров преображения. Работа будет проходить в несколько этапов. Первым делом реконструируют Парк Победы. Сохранятся фонтаны. Сохранятся вот каскадные фонтаны, и более того, мы планируем, что мы их модернизируем, и их станет больше. Соответственно, чего нет в парке сейчас? Это детские площадки под разные группы. Здесь будет оборудована спортплощадка. Также предусмотрено и место для кафе. Здесь также появится санузел. Плюс тропиночную сеть мы не планировали сюда вносить радикальные изменения в этот проект, поэтому она будет просто обновлена, будут заменены лавки, появится новое качественное освещение, то есть здесь будет безопасно, конечно, будет видеонаблюдение, и у нас появится многолетнее озеленение. То есть поработают очень серьезно ландшафтные архитекторы для того, чтобы в любое время года здесь было интересно. Уже рассматриваются вопросы реконструкции самой площади Победы, в том числе перенос скамеек в парк и отказ от газона. По поводу деревьев, которые растут непосредственно на площади, наши мнения разделились, и нам важно мнение горожан в этом вопросе. Исходя из этого, мы будем модернизировать. Там открою небольшую тайну. Например, архитекторы предлагали убрать фонтаны с площади, заменить их детской площадкой, но для игр с водой. Наше решение, мы настаиваем на том, чтобы фонтаны сохранились. Архитектурную концепцию уже рассмотрела специальная комиссия под председательством главы администрации округа. Несколько вопросов будут вынесены на публичное обсуждение среди профессиональных сообществ, которое пройдет уже в эту среду. Будут присутствовать архитекторы, строители, депутаты, представители общественности. Затем уже с доработками пройдут обсуждения в прямом эфире в соцсетях. Мы не оставим ни один вопрос без внимание. В мае месяце мы рассчитываем, что мы проведем общественное обсуждение, получим обратный отклик и завершим работу над концептуальными решениями для уже завершения работы над проектной документацией. Мы рассчитываем, что в этот сезон мы приступим к работам. А такую же работу, хочется сказать, мы проведем и по набережной реки Оскольц, которую также в этом году мы рассчитываем на участке от моста по улице Фрунзе до пляжа в микрорайоне Юность, также мы приступим к работам. Каждое решение по поводу обновления общественной территории администрация округа намерена выносить на обсуждение старооскольцев. Ничего без вас решать не будем. Поэтому вот это девиз, скажем так, работы над этим проектом, да и в целом девиз нашей дальнейшей работы над преобразованием в городе – ничего без вас решать не будем. Дату и время общественных обсуждений объявят позднее. Мария Шелепова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. Любить свой город не только на словах, но и на деле. В минувшие выходные старооскольцы массово вышли на субботник. Больше 9 тысяч человек наводили лоск на городских улицах. Убирали мусор с берегов рек и обочин автодорог, очищали от прошлогодней листвы газоны, готовили цветники к посадке, белили деревья и бордюры. На генеральную уборку вместе со всеми вышли и сотрудники компании «Промагро». Третий Подгорный переулок – живописный и тихий уголок, прижавшиеся друг к другу частные дома и узкая крутая лестница, с которой открывается великолепный вид на казацкие бугры и юго-западную часть Оскола. Пейзаж портят горы мусора.
Вооружившись граблями, перчатками и мешками, сотрудники компании «Промагро» вышли на генеральную уборку территории. С воодушевлением трудились как рядовые сотрудники, так и руководители. В Старомосколе меньше недели, но очень приятный город. Красивый, чистый, уютный, также очень приятные жители. Сегодня вношу вклад в благоустройство этого города. С большим удовольствием принимаю участие в данном субботнике. Тем более мы вышли коллективом «Промагро». Ничто лучше, чем труд, не сближает коллектив, делает его дружнее, стабильнее, более нацеленным на результат. На работе мы все серьезные, официальные, а здесь неформальная обстановка, мы шутим, знакомимся. Субботник – дело полезное. Необходимо после зимы прибрать город, потому что за зиму грязь накапливается под снегом, весной все это мы видим. Пасхи обязательно нужно прибираться, Пасху нужно встречать чистыми. Рельеф очень сложный, много веток, кусты, приходится долазить, карабкаться на горы. Очень хорошая разминка. Для меня субботник – это вклад в жизнь общества, вот, помочь очистить наш город, сделать его чище, приятнее для жизни, создать комфортную среду. Буквально за несколько часов территория преобразилась, приобрела ухоженный, благоустроенный вид. Помимо «Промагро», в генеральной уборке города приняли участие и другие крупные предприятия, а также жилищные компании, управление сельских территорий, образовательные учреждения. За один день было убрано и вывезено на полигон больше 850 кубометров мусора. Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Кристина Каменева. Здравствуйте. В выходные вторжения арктических воздушных масс с северо-запада вызвали в Черноземье резкое похолодание. В округе холодная погода продержится до середины недели. В ночные часы местами возможны заморозки. В связи с влиянием волнового циклона, перемещающегося на северо-восток, ожидаются дожди, местами с переходом в мокрый снег. По данным гидрометцентра, 27 апреля в Старомосколе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем около 10 градусов выше нуля. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью плюс 1,3. Атмосферное давление 746-748 миллиметров ртутного столба.